снова привет, друзья, и в сегодняшнем видео я покажу вам одну такую идею, самоделку, как бы так сказать, как сделать круглое отверстие в деревяшке, в ДСП, в фанере. То есть это видео на заказ, один подписчик мне пишет в ВК, в группе ВК, как, Серег, сделать круглое отверстие, если вот такая вот крона сломалась, не сама крона сломалась, а чашка под нее, она лопнула. А они идут алюминиевые, они бывают часто лопаются. Бывает, сверло в ней прокручивается, сверло новое вставляешь, начинаешь закручивать болтиком, чтобы сверло нормально держалось. Короче, лопается. И вот сейчас я этому человеку покажу, как можно выйти с этой ситуации. Если вам интересно видео, смотрим дальше. Если использовать вот этот вот наш самодельный резец для длительного пользования, лучше бы, конечно, было сделать как? Вместо болта вставить сверло, хотя оно и так нормально работает, потому что тут резьба все равно внедряется, идет дальше, дальше, дальше. В принципе, нормально. А вот боковые можно было болты заплющить или заточить. Вот от точки А до точки Б заточить. Вот так, чтобы он смотрел. А тот наоборот смотрел. То есть получается, этот режет сюда, этот режет сюда. То есть было бы быстрее бы и не дымилось. Ну что, друзья, с помощью вот такой вот некрасивой насадки мы сделали ровное отверстие, хорошее отверстие, то, которое нам нужно. Имея больше шайбу, можно сделать несколько отверстий и уже вставлять наши шпильки, болты заостренные. То есть разметить под размеры и сделать там на 50, на 60, на 70. Я показал вам просто вариант, как можно сделать отверстие, пускай оно не так, может быть, работает, как заводская насадка, но все же, когда я был на шабашке, и у меня возник такой вопрос, когда у меня сломалась вот эта самая шайба, которая заряжается эти насадки. И вот я придумал, взял вот такие вот шпилечки, заточил их. Заточил их, крутил их в шайбу, попробовал, и это дело работает. Так что, ребята, если вам понравилась эта простейшая самоделка, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться видео с друзьями и не забываем жать колокольчик под видео. Ну все, всем до новых встреч!